Всем привет, меня зовут Игорь, и сегодня летсплейчик на мини-игру Hitman Sniper Challenge. Кто не знает, это Hitman Absolution, который должен выйти 20 ноября этого года осенью. Так, ну давайте начнем играть в Sniper Challenge. Сам игру я скачал, потому как за каждую миссию, выпущенную там и другими разработчиками других игр, просто платить негуманно, поэтому я являюсь ярым фанатом этой серии, поэтому я буду все-таки Absolution покупать. Вот, а платить за каждую миссию, ну, сами посудите. В этой главе нам предстоит засесть на крыше и убивать плохих дядек, можно так сказать, из винтовки. Как вы видите, еще на голове у него осталась эта татуировка. Куда она не смылась? Конечно, новый движок Грасия 2, он называется. Я думаю, он ничем не уступает Фростбайту. Хотя для Фростбайта как бы и шутеры подходят. Хотя, знаете, вот Need for Speed, какой там был новый, он именно вот на Фростбайте создавался. Тоже выдавал неплохую картинку. Так, у нас есть время, да, таймер в левом нижнем углу и... Ага, можно открыть блокнот. Так. Я не играю на геймпаде, так как на геймпаде вообще сложно целиться. Вообще геймпад не для шутеров, не для таких игр. Так, испытания. Ну, по мере прохождения игры, я так понял, мы получаем испытания. Ну и, естественно, инструктаж, как в предыдущих сериях игр. Ну, давайте начнем. Так, прицелиться. Угу. Приблизить. Удерживать. Ага, это чтобы дыхание затаить. Так. Тут никого нема. Ой-ой-ой-ой. Все-таки в голову я попал, но этот чувак все-таки отошел, да? Как бы они труп не нашли, потому что я первый раз играю и, естественно, я не знаю, куда они вообще ходят. Может, этот чувак сейчас туда пойдет, и мне придется его убить. Но так как у нас 48 патронов, то можно, в принципе, не париться. Так, давайте еще посмотрим. Так. На балконе тут никого нет. В принципе, вроде нету. Так. Да не понял, что ж такое. Надо ждать, пока пуля долетит или что. В других играх вообще пуля раз-два и долетает. Как вы видите, все на ультра стоит и неплохая графика. Ну, отсюда, конечно, плохо заменим, но все равно как бы освещение все на уровне. Да и по геймплею, по трейлерам было видно, что игра все-таки достойная, как и движок. Так, ага, вот видите, три охранника мы сняли. Тут вроде никто не стоит. Так, уже 4. Так, ну давайте посмотрим. Какая-то бабка сидит. Я думаю, ее не надо убивать. А, смотрите, вроде чей-то труп нашли.
А где именно, вот где? Не могу понять. А, это может на этом самом. Давайте. Блин, а? Из меня такой снайпер, конечно. Да, блин. Давайте подождем, пока дыхание там наберемся. Так. Что, убил? Нет. Так, а с отсюда? Вот этот чувак. Ну, этот труп сразу, я думаю, обнаружат. Поэтому... А, все, обнаружили меня. А, не, это труп обнаружил. Я думал, меня обнаружили. Не тут-то было. Вот так вот. Конечно, я понимаю, что надо проходить как бы на сайленсе. То есть, чтобы было все тихо. Ну, это не мой случай, я вообще в предыдущих играх почти на каждой миссии все время убивал кого-то. Меня сразу обнаружили. А, все, главная цель эвакуировалась. Провалили задание. Давайте попробую еще раз. Вот именно вот какой вот чувак. Так, еще нужно. Вот именно, я думаю, вот тут, который чувак стоял, вот именно и есть главная цель, которую нужно убить. Да. А внизу, смотрите, тут еще внизу я не заметил, тут тоже может быть охрана. Давайте подождем, пока становится охранник. Все-таки я немного поторопился, потому что все-таки 14 минут есть, и я уже меня на 7 где-то нашли. Это все. Так. Смотрите, кёртл зажимаешь, да? И все по-другому становится. Я просто с шифтом перепутал. И вот этого замочим чувака. Туловище, так туловище. Так, ну эти трупы, я думаю, не найдут. Тут бабка, блин, когда сидит, это вообще... Или это не бабка? Какой чувак? Так, ну тут никого нема. Гляньте, вот сколько окон, да, и некоторые просвечиваются, они сделали. А, он чувак возле вертолета еще заметил. Вот так, я думал, он упадет с платформы. Ага, смотрите, спрятан от трупов, нам дали
очки за то, что он упал с платформы, и его не найдут. Так, этот чувак тоже как-то ходит тут. А, это охранник, оказывается, про которого я говорил, что он стоял вот здесь. Оказывается, был охранник. А как я еще чувак. Все. Спите спокойно. И еще осталась половина охранника. Куда чувак зашел за угол, и его надо было прибить. Хотя... Еще трое. Ты куда бежишь, а? Тварь, да. Все. Главное цель эвакуировать. Ну ладно, думаю, уже нет смысла. Хотя, ну, давайте еще раз попробую. Смотрите, вот прилетает вертолет, да? Давайте проследим, куда вот этот чувак ходит. С третьего раза надо уже пройти. Я так более-менее понял, кто куда двигается. Давайте закроем блокнот, чтобы мешала эта подсказка. Так, куда он скрылся? Гляньте, а все. А, вот. Потерял. Я вот не знаю, как вот эту охрану вот здесь снять. Тут же танцпол рядом. И, естественно, люди заметят, что кто-то убил. Это интересно, вот куда он двигается? Именно вот сюда, наверное, да? Нет, он тебя входит. Значит, тут здесь где-то он будет. Эти чуваки еще ходят. Так, ну давайте, давайте убьем кого-нибудь. Один есть.
Вот так вот скорели мы труп. Тем, что он упал. Теперь думаю. А, и тот свой труп, смотрите, который я последнего убил. Так, где это? Вот тут здесь он скрылся. Вот здесь это. А, вот тут здесь, кусты, смотрите. Оригинально как. Так. Там чувак, да? Тут надо следить и за охранниками, когда они куда-то выходят там. Этим самым можно было спрятать трупы, убить остальных. Ай-яй-яй, кто-то заметил там, да? А, вот. Да он вроде и не палил на него. Где нашли труп? А, все, я обнаружил. А, нет, это труп обнаружил. Блин. Путаюсь. Ай, бля. Ну, короче, снова скрылся. Ладно, в общем, играйте в игру, там, проходите. Спасибо за просмотр. Всем удачного дня. Пока-пока.